Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу приготовить с вами шашлык из свинины по классическому армянскому рецепту. Для этого нам понадобится вырезка из свиной шейки, тут у меня около 4 кг. Нарежем на небольшие кусочки. Кусочки не должны быть большими. В длину примерно сантиметров 6 и в ширину около 3-4 сантиметров. Нарежем лук полукольцами. Добавим на мясо, слегка разминая, чтобы лук легче выпустил сок. Вот сейчас наши специи уже. Соль. Черный перец. Вот одну щепотку. Паприка. Базилик. Сушеный базилик. Все это хорошенько перемешиваем. Это классический маринад для свинины. Закроем это пищевой пленкой. И положим в холодное место или в холодильник на 2 часа. С шашлыком также принято готовить картошку со свиным салом на шампурах. Нарежем картофель кольцами, промоем и добавим простые специи по вкусу. Соль, красная паприка и черный перец. Перемешаем. Также приготовим картофель в фольге. Получается очень вкусно. Сделаем надрезы на картошке по всей поверхности. Натрем солью и копченой паприкой. Возьмем кусок фольги, положим в него картошку и нальем чуток растительного масла. Обернем картошку фольгой. Также при застольях с шашлыком принято готовить овощи. Это вкусно и очень полезно. Сделаем надрезы на баклажанах. Сливочное масло нарежем небольшими дольками и заправим надрезы в баклажанах. Ну что ж, приступим.
Все готово. Вот такая у нас картошка получается в фольге. Ну все, осталось подать на стол. Всем приятного аппетита! Поддержите, пожалуйста, лайком, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо и до новых встреч! Спасибо.